Более 20 миллиардов рублей доходов поступит в бюджет города в следующем году. Сегодня председатель комитета по финансам администрации Улан-Удэ озвучила примерные цифры. Правда, в течение года они еще будут меняться. Объем доходов на 2023 год у нас прогнозируется в объеме 21 миллиарда рублей. В том числе средства межбюджетных трансфертов составляют 15,8 миллиарда и собственные доходы 5,2 миллиарда рублей. Расходы на 2023 год запланированы в объеме 21,3 миллиарда, потому что прогнозируется дефицит бюджета в объеме 291 миллиона рублей. Ну а в целом муниципальный долг на 2023 год составит 4,6 миллиарда. Председатель комитета отметила, что в связи с вводом в эксплуатацию новых зданий только на содержание новых сетей в следующем году предусмотрено 360 миллионов рублей.